Всем привет, ребята, с вами Нюкем. Я Террасе, ребят, всем привет. И Шайни Лэн, всем привет, друзья. У-ху! А перед началом этого ролика я задам один небольшой вопрос. Скажи, тебе нравится находить алмазы в Майнкрафте? К сожалению, в Майнкрафте не так много редких ресурсов, поэтому мы сделали свою собственную игрушку Epic Mine. Установи Epic Mine по ссылке в описании, и уже сегодня ты найдешь свое первое сокровище в заброшенной шахте. В Epic Mine ты сможешь собрать свою собственную коллекцию редких кирок, добраться до центра Земли и узнать, что же такое спрятано в сундуке богов. Ссылка на игру в описании. И сегодня мы снимаем новую серию нашего нового мини-гейма. Как он там называется? Я все путаюсь. А он секреточный мини-гейм, в котором мы бегаем и ищем секретки внутри домов, которые заполняет команда Нюкима. Вот так. Да, ребята. Да, заполняет их алмазами. Не так важно, как он называется. Главное, что нам интересно в него играть. И я надеюсь, что вам интересно его смотреть. Сегодня я не буду так подробно объяснять правила. Скажу лишь, что в этом особняке спрятаны алмазы. И нам нужно их найти. А потом по итогу, кто больше найдет, тот и победил. Да, вот всякие секретики будем искать. Главное, это если Миша готов, то он сейчас должен подготовить таймер. 10 минут у нас. Я это сделаю, обязательно. Смотрите, здесь сколько табличек, и на них кое-что написано. Да, команда Нюкима подготовила нам веселые сообщения. Я потом на записи их почитаю. Но сейчас мы должны спешить, Миша. Так, все, я поставил таймер. Прикинь, там кто-нибудь вломится, и все алмазы сопрут. О, какой ужас. Впрочем, это пустые дома без мебели. Хотя нет, с мебелью, А откуда ты знаешь, ты там уже был, что ли? Ладно, все время пишут в комментариях, что мы слишком долго начинаем. Поэтому я предлагаю просто взять, поставить таймер и побежать искать. Я тоже на это так тонко намекаю. Ну что, готов? Все, ладно, раз, два, три. Все, время пошло. Бежим. Даже нет времени читать, что там на табличках написано. А, это команда Нюкима мне помогает, чтобы вы там заинтересовались и начали читать. А что, это вам не интересно, что ли, было? Что там написано? Кто пихается? Я вас пропихиваю, чтобы вы нашли побольше в этот раз. Кстати, сейчас я играю наконец-то с Эптифайном. И у меня есть шансы найти все без глюков, потому что до этого лаги меня дико бесили, и я не мог искать нормальные секретки. Так. Я первым делом ищу открытые сундуки, которые будут на виду у всех. Так, нафига стать вот такие большие, они меня только путают. Так. Я поправил поле зрения, чтобы видеть больше. Так, и как мне залезть туда? А, возможно, вот здесь? Нет. Да блин. Казался, ребята. В таком месте. Почему все так сложно? Вот. Пустой? Не понял. Ладно, кнопочки. Опа! Ого! Сложная загадка. 1, 2, 3, 4. И что надо делать? У меня тут какие-то интересные. А что я не могу взять? Ребята, я же сказал, проверяйте, чтобы сверху не было блоков. Видимо, просто еще не успели услышать тому моменту. Почему я не могу взять его? Я потому что блок не сломал. Так. Окей. Или, возможно, я оказался в каком-то совершенно пустом крыле было дома. Так задумано? Это как-то очень печально. Ух ты. 5. Ничего себе. И вот что изменилось? Блин. Крутяк. Да что изменилось-то? А что у вас происходит? Что за такие возмущения дикие? Да какие-то глюки. И, во-первых, что делать-то дальше? Расскажи, что у тебя происходит. Я застрял в комнате с рычагами и не могу отсюда вылезти. В такой красной комнате? Нет. Да, товарищи билдеры. Вы меня очень сильно разочаровали. Подставили просто капец как. Ну что ж. Зато я доволен тем, что я нахожу алмазики. Да пипец, у меня... Так, ты можешь включить гейммод и вылезть оттуда. Ага, и куда же я был телепортирован? В секретное место. Это замечательно, наверное. Я еще и гейммод не могу нужно вспомнить. Замечательно, офигенно. Гейммод 3 врубай. И можно сквозь пролететь. Хоть что-то нашел.
А нет, там, Миша, ничего. Ой. А еще там нужно подвинуться немножко. Блин. А я думал, меня забетонировали. В стене. Так, я что-то нажал, и что изменилось? Может, здесь что-то изменилось? Да, вижу. Сундуки уже все облутаны. Ну, офигенно. Мне кажется, вы уже все нашли. Еще и ловушка. Офигеть. Потрясающе. Никита, что у тебя сегодня там какая-то жесть? Да. Происходит. У тебя же стоит Optifine. Тебе должно быть теперь все по плечу. Ну как ты по плечу? Когда у тебя два блока высоты, и ты прыгаешь только на один блок, то я думаю, ничего тебе особо не поможет. Тем более ты еще нашел какую-то redstone схему под домом. Открытую, вообще не скрытую никак. Может, я просто не туда куда-то залез? Не, сомневаюсь. А вот тут лестница есть. Знаю. Залез да, ли туда или не туда. Так, тут короче, я как что-то понажимал, что-то случилось, я не понял, что случилось. И что может быть, кто-нибудь после найдет. После этого я ушел, потому что я не понял, что случилось. А раз я не понял, что случилось, какого? Так. Извините меня. А это еще какая-то кнопка или как? А вот если бы я видел, я бы сказал, но я бегаю где-то не пойми где. Ого, да. Ничего себе, Вова куда забрался. Только я не думаю, что я туда забрался по делу, хотя кто меня знает. А может быть, ты там тут что-нибудь какая-нибудь кнопочка найдешь. Есть? Или это просто ищите, для отвлечения внимания? В этом здании находится много сундуков, и мы должны найти как можно больше. Да, в этом ты прав. В этом ты прав, Тиросер. Блин, тут уже все облутали, куда я пришел. Огромные сундуки стоят и пустые. Так в них ничего не было. Этаже. В них ничего не было. Так может быть Вова уже их облутал. Да нет, я первый туда прибежал. И они просто пустые. Угу. Значит, пустые это обычные сундуки. Это была какая-то подстава. Вот, так, блин, просто пустой. А, это, видимо, лабиринт с телепортами. Ну понятно. 100 пудов. Так, а куда я вышел? О! Не знаю, куда. Не, главное, что я ничего, блин, не нашел. Лет я нашел. Еще. Так, ну вот, сундук. Еще один сундук. Класс. Ну, что-то как-то сложнее в этот раз у меня получается. Хотя времени еще у нас, в принципе, нормально. 4 минуты и 20 секунд. Так, и что же на этот раз я найду? Неужели ничего? Снова тупик? Ну, так себе веселье. Ну, вот хотя бы кнопочка. Товарищи, а вы открывали шалкер-боксы, да? Ага. Я не трогал. Я подозреваю, что ну, вот хоть что-то, хоть что-то. А я не трогал шалкер-боксы. Что это такое? Ой, неохота мне тут так возиться. Вот. Неохота. Если хочешь, Вов, можешь этим заниматься, я лучше пойду поищу где-нибудь в других местах. Так, здрасте. Где мы еще не... Хорошего добрый дня. Вечер. И вам тоже. Так, а так. Это что такое? Я взял цветочек. Интересно, он никак не поможет? Может, тут есть какая-то кнопочка за огнем? Проверь. Я вот буду искать более легкие сундуки. А, возможно, так, у меня просто звук выключен. Я что-то не слышу, ой, допустим, как нажимаю на кнопки. А у меня, кстати, тоже. Я играю без звука. Хотя, знаешь что? Не... Ведь когда ты на что-то нажимаешь, у тебя так рука дергается, да ведь? А, не знаю. А, ну и да, плюс ты да, сам да, говорил, да. Что нужно играть со звуком, чтобы слышать шаги. В итоге чего? Да ну тут, видимо, уже пусто. Здрасте, Вова. А, вот оно чё. Вот оно чё. Так, будем ли мы мешать Вове? Ну, не знаю. Ладно, я сделаю вот так, и кто отгадает, кому. А хотя ты отгадал уже? А, это еще какая-то комната. Так, Вов, ты скажи просто, да. Помоги, ты вот с буквами решил загадку? Нет, в том-то и прикол. А, ты тут давно уже? Мне кажется, это просто потеря времени, если там находиться долго. Да, да, это, так сказать... Лучше пойти поискать сундуки да, в каких-то других местах. Потеря, в общем. Есть какой-то термин насчет кучи загадок. Которым лучше не решать и не париться. Вместо того, чтобы париться и решать.
Ну вот я тоже самое хочу вам сказать. Поэтому я обычно ищу более такие простые места, где я уж точно хоть что-нибудь да найду. И в большинстве случаев это мне помогает, я вам скажу. Это, конечно, залутали сундук. А вот другой сундук в этой комнате черный не залутали. Черный сундук? В комнате черно-красный не залутали сундук, не залутали. Так, может, это еще что-то есть. Ух ты! Вот это я нормально забрался. Нашел какой-то телепорт. Так, ладно. Ух ты, что за штуковина. О, а здесь что, никого не было? Так, и как же если нашел место, куда никто не ходил? И все залутано. Здесь телепорт какой в какое-то место. Но здесь, похоже, отгадали уже, да. Вы не забывайте, что достаточно карта большая, поэтому не стоит вам в одном месте где-то вот ходить уж так, наверное, слишком долго, потому что я сейчас хожу в другом месте. Так, я просто кое-что нашел, и меня это вогнало в сомнение, потому что это дало мне надежду. Но что-то эта подсказка не срабатывает. Надежду на победу? Так, мне придется использовать гейм-мод. Я застрял в белой комнате с красными лампами. Ну, в таком случае, используй гейм-мод. Там была код с сундуками там был. Я сделаю так. Я не использую гейм-мод. Спасибо, чуваки, которые это придумали. Это было весело, даже забавно. Я потом тебе, Вов, расскажу, в чем там была фишка. А, ты можешь, Вов, прописать этот... варп. 2. Да, я прописал варп, и мне не пришлось пользоваться геймодом. Хороший лайфхак. Так, а тут у нас что? Где меня не было? Ой, остается 2 секунды, если что. Ой, это что-то маловато, знаешь. Все, время кончилось. Время все, говорится... закончилось. Ну, печально. В этот раз, короче, ну, ладно, я хотя бы один ребус я отгадал. Хоть что-то. Ну, все равно, жирный дис за тот фейл, который я нашел в самом начале. Так, я просто гляну, брать нечего. Ну, тут брать-то и нечего. А я так. Вот хожу... А, кстати, я включу сейчас гейм-мод и посмотрю. Тут вообще в лабиринте были сундуки или нет? Кто-нибудь находил в лабиринте сундуки? Лабиринт? Да, нет, я нашел. Но я... В конце там я вижу, кнопка есть, куда-то она, наверное, телепортирует. Даже не одна, а тут несколько кнопок есть. Ну, в общем, я с лабиринта кое-что-то получил. Я отличненько, туда отличненько. Ну, в самом начале я угодил в баг, который не позволил мне взять сундук. Я просто тпшил меня в комнату, которая не имеет выхода. Либо я слишком тупой и что-то не понял. Потом внимательно послушаю, как мне объяснят это все мои билдеры. Ладно, ребята, я вас жду. А чего вы там делаете до сих пор, а? Алмазики еще. Эй, товарищи, на выход! Давайте, я вас тут всех жду. Ну, я уже вышел. Кстати, у меня есть одна... Я уже подлетаю. Одна инициатива или предложение. Вернее, будет так сказать, да, предложение. Если сейчас мы обнаружим, что мы не собрали все алмазы... А их, я напомню, где-то 75, что ли, да, кажется, 75 штук должно быть в сумме. То я предлагаю устроить, ну, еще одно дополнительное соревнование в рамках этой же серии. То есть победитель не будет оспорен, то есть кто победит, тот победит. Но чисто из любопытства мы попробуем за 10 минут найти еще, как бы, алмазики. Потому еще что, ну, алмазы. Хочется мне еще побегать по этому дому, мне кажется, не все секреты он нам свои открыл. В таком случае эта серия будет очень-очень длинная. Ну, либо еще одну записать. В общем, ладно, давайте начинаем. Миша, ты по традиции у нас первый. А я второй, ну, ладно. Третий. Ладно, а, кстати, у меня такая мысль была. Почему бы мне вот сюда не встать? Я вот когда смотрел прошлый ролик, я думал, а было бы неплохо, если бы я шел поверху и ставил сверху алмаз. Покрасоваться хочешь, а? Так, нет. А как ты это сделал? Необычно, типа. Как ты на геймоде взлетел. А, понятно. Давайте, ставьте. Ах, Миша будет бесконечные алмазы ставить. Нет, я сейчас уже, вот можете ударить меня, я сейчас не в геймоде. А, ну ё-моё, придется залетать обратно на геймоде. Всё, вырубил, можете опять меня ударить. Ага. Всё, видел, ударил? Это не я отпрыгнул. Ну ладно, давайте. Да. Выкладываем по яичку.
Давайте. Алмазные яичко. Курочки высиживают яички. Вот я как алмазная курочка сейчас. Потому что сверху так яичко ставлю. Хоп. Да чё никто не нервничает опять? А у меня яйцо не... А, ой. Ну ладно. Я нервничаю. Я не нервничаю, если честно. Ну, у нас террасер вообще поисковик. Столбы закалили его. Блин, да капец. Второй раз меня поисковиком мышечек. Называют. Да ё-моё. Меня Нюким называл? Поисковиком. А в этот ну раз вот. Вова. Надеюсь, никто не заметит. Ты поставил себе зайчик? Да чё, цвет такой же. Я заметил. А чё, вы будете ставить-то дальше? Я ставь, ставь, мы тебя не отвлекаем. Или я один тут играю. Ладно. Пипец. Ну, террасир у нас. Просто какой-то капец. Жесть, да блин, ты вдвое больше нас нашел вместе взятых. 26 яичек алмазных у меня было. Ну вот теперь понятно, почему я так продуваю в столбах. Да нет. Ну в общем, смотри, вот мне кажется, вот это конкретно... идеальный расклад, чтобы, видишь, нашу ничью между Шайни и мной разрешить. Ну что, устроим этот, как его там, плей-офф или как это называется, бонусный раунд? Я не разбираюсь в названиях вот этих там всяких плей-оффах или... Ну в общем, за 5 минут, кто находит больше алмазов, тот типа и победил. Ну ладно, а вы, ребят, тогда поставьте лайк за такую как бы инициативу Нюкима. Все-таки это будет дико сложно сделать, потому что, ну, мы уже за 10 минут тут все осмотрели, что еще можно тут найти, непонятно. Ну ладно, я тогда включаю таймер. Раз, два, три. Все, 5 минут побежали. Пошли. У-ху! И даже а сейчас у меня добывать, нет алмазы. Времени почитать таблички. Киркой? Что добывать киркой? Алмазы. Алмазы. Нет, 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 ты... Миша, ты не участвуешь. А, я не участвую? Ты и так же победил уже. А что мне делать? Ты, тебе просто наблюдать. Ну, а давайте я буду искать, а потом просто разделю поровну между вами. Опа. Блин, нет. Интересно. Е-предложение. Фейл. Ну, я просто хотел бы тоже поискать. Нет, Миша, нет, ты уже свою минуту славы заработал. Ну нет. Да. Сейчас ты можешь хоть просто один. Их искать, но не можешь их трогать. Ну блин. Так, тут нет. Нет, тут кажется... А, я опять в какой-то дыре застрял. Ай. Опять я варпусь ко входу. Ах. Траллинг. Траллинг, не люблю я траллинг. Да. А что поделать? Так у меня пролагал сейчас. Не люблю это. Так, а как туда забраться? Интересно. Это что, паркур, что ли? Ничего нет. О, а там что-то есть. Паркур это. Да. И что? Окей, я не паркурист, но попробовать я должен. Ух ты! Ё-моё. Ну можно мне забрать алмазы, а? Я нашел сундук. Что это произошло? Дай. Кто-то слишком хорошо паркурил. Ладно, до меня. Думаю, мне разрешили. Нет, Миша, нельзя, не трогай. Ну как так-то, блин? Да почему я не могу залезть сюда? Ладно, все, залез. Короче, я провел время без пользы, безо всякой. Ладно. Опа. Этот сундук. Его никто не за. Да ладно. Нифига себе. Я тогда восстанавливаю, как было. Если так, и как мне вернуться обратно? Играть. Не понял. Чё, прыгаешь, сейчас что ли? Я включу гейм-мод. 3. ТП. Сейчас на Нюкима телепортнусь. Так. Да ТП. Всё, я уже свалился. Мистер Нюким. А почему я не могу к мистеру Нюкиму телепортнуться? Да блин. Не знаю, может потому, что какой-то модератор следит за тобой. Кто знает. Так. Анклови могу, такое. Так, а тут что? Ну, уже явно пройдено. А, это да. Я проходил Вова. Да? И что, не то? Так, ну и мне так, теперь а ее нужно опять пройти, потому что... А, ну тут кто-то уже, видимо, был. Быстро найдет, интересно, Вова. Что тут делать нужно? На самом деле не сложно.
Блин. Хоп. А я не могу вернуться, потому что кто-то решил уже загадку, и мне не вылезти. Вот та же ситуация. От тебя... Ой, чё? Вова, все правильно. Еще раз нажми. Меня телепортнуло, я отлечу лучше подальше. А, Нюхим. Он за тобой идет, Вова. Ты идешь по следам Вовы. Да блин. Ну ладно, это до 5. Другой рычаг там. Это ты мне? Да. Ну как? Ну все, ты вот эти вышли. Кнопки прожимал. Ну я мог подсказать, где находится тот сундук, который я нашел, но не буду. Конечно, это было нечестно. О, я слышу воду. И включаю воду. Теплее к тому, по крайней мере. Горячо, я бы даже... Давай. Холодит. Блин. А тут теплеет. Холодит, теплеет. Горячо, обожжешься прям практически. Это же... А, ты прикалываешься? О. Да нет, не прикалываюсь. И что я сделал? Ты ничего не сделал. Я сделал. А теперь сделал. Не понял. О! Вот этот самый сундук, который я... Хотел забрать, но мне запретил мистер Нюкем. Так, сейчас послежу так. За Вовой. Ну, вообще, ты, наверное, нечестно поступил. С горячо холодно. Но спасибо, братан. Да, конечно, нечестно. Так, сейчас я что-нибудь Вове придумаю. Так, гейммод таким. Ты тогда лучше в гейммод 3 найди сундук. И поиграйся опять. Остается 5 секунд уже. А, ну понятно. Так, сейчас. Все, время кончилось. Ну что, ребята, что? Давайте посмотрим, кому Тиросерна помогал больше. Я первый. Ну я Вове не успел. Опа. Если честно. Оп. Поэтому... И еще один. Оп. Все. Да ладно. Оп. Оп. Ну, кстати, если бы я тебе не сказал насчет того горячо-горячо, у вас бы опять ничья была. Да. Там 3 как раз алмаза в том сундуке лежало, про который я рассказал. Ну, как бы не рассказал, а говорил горячо, холодно. Ну да, это как бы нечестно, поэтому я считаю, что здесь все-таки опять-таки у вас ничья. Ну хорошо, может, да, один алмазик забрать себе, а второй мы положим опять вот сюда. Один у вас заработает, ну, Миша. Ну короче, у нас походу теперь с Вовой просто соревнования, типа кто из нас победит, а у тебя другой челлендж — дойти до конца полосы. Да, вот кстати, этой. Вот это хороший челлендж. Я пока максимум, получается, добирался вот до сюда. У меня 29 было максимум. Да. Но ты там булки свои серии не расслабляй, потому что мы с Вовой уже потихонечку начинаем тебе дышать в спину. Хоть пока что и за километр. Пока что. Вот и давай, сказал, готовься чувствовать наше дыхание. В колено. Да. Ладно, ребята, на этом наше сегодняшнее соревнование подходит к концу. Вот такой веселый сегодня у нас получился челлендж. Типа борьба за второе, третье место. Я надеюсь, вам это все понравилось. С вами был Нюкем. И Тиросерн. А вот я напоминаю, что все очарование этого мини-гейма — это именно узнать, где же были те самые секретки, которые я пропустил. И поэтому я обязательно смотрю после того, как выпущу свою серию, серии ребят, то есть Миши и Вовы. И ссылки на них будут в описании. То же самое могу сказать и про нас. Все, ребята. И я тоже смотрю. Всем спасибо. И всем пока.